как могу. Какой трек, твою мать, всем ёкарный бабай, друзья, именно, всем привет, короче, Евротрак Симулятор, либо, как называют немцы, Ойротрак Симулятор. Я уже немножечко поиграл, ну, как сказать, немножечко, неделю без перерыва, если считается, мое немножечко, вот примерно так это все происходит. Это КамАЗ из фильма «Дальнобойщики», был такой фильм, Кроны бабай. Я тут поставил еще мод с пробками, но я думаю, что мы его скоро отключим, так как, ну, сами понимаете, нам печально. Ставим дизлайки. Вася, за что? Вот, ну, ты мне можешь объяснить? Ну, за что? Вот что ты паникуешь раньше времени? Выключи пробки, а то трафик FPS сильно просаживает, тупой очень. Да не, нормально FPS, на самом деле. Все зависит от вашего компугадахтера. Блин, ну вы че, ребят? Ну что вы? И встали, суки! Ёкарны бабай! Что за говно? И дождь пошел. Ну, давайте его чуть-чуть подвинем, легонечко так. Ну, это Нива, это можно. О, соль дальнобойщик, да, Где Дон Солидини? Спи, Серег, если ты смотришь этот стрим, не качай это говно, не качай никакие моды, просто если скачаешь Евротрак Симулятор, в свое удовольствие играй, никаких пробок, я еще в пробках не стоял, блядь, ну, в смысле, на стриме. Выключи дальний, ну да, для ботов-то это очень важно, включить дальний или выключить. Знаете что, я не простудился, я отравил, да опять, блин, нарушение скоростного режима, сука, мы так без денег останемся. Химия, вся цистерна синяя, блин, только не говори, сука, а, я успел, ехал на зеленый. Сука, блин, свернулась, падла, вот, все, не понял, погоди, а что не так-то, что за говно? А, я поворот проехал, да? Сука. Блин, что ты хочешь мне сказать, что сейчас красный будет или зеленый? Сука, только что красный был. Или он не работает уже? Он не работает, его отключились, суки. В чем прикол этой игры? Отдыхать. Потом поймешь. Вот лет через 15 поймешь, в чем прикол этой игры. Я тоже раньше не понимал, в чем прикол. Меня вот тоже просили постримить. Пострим Евротрак Симулятор. Я говорю, да зачем? Что там делать? Самая скучная игра в мире. Ну, какой смысл от этой игры? Это все равно, что играть, сука, в железную дорогу онлайн, либо еще что-то. Ну, это пиздец. Извините за мой французский. Я иногда буду материться, потому что... Как манят меня. Сука, стой! Давай. Пропусти, сука. Вообще не донат. Соли, сколько весит карта? Понятия не имею. Сука, опять нарушение скоростного режима. Ну еще, блин, надоело мне с дальним светом. В смысле, с ближним светом. Давайте дальний включим. Так же интереснее, ребят. Ну тут боты. Я понимаю, что в жизни, кто бьет дальним светом, тот пидор. Ну тут-то по-другому работает ситуация. Это боты. Да ничего не фризит, ребят. Я же говорю, я вот смотрю с планшета. Вот планшет стоит. Вот он, планшет стоит. Сука. Сейчас въебусь куда-то. Стоять, тварь! Вот. Стоять, сука, стоять, твою мать! Да стой же ты на месте, подло! Что ты такое? Нахер ты Bluetooth включил мне? Все. Ублюдище ссаное, блин, яблочное. Так. Ведьмаку заплатите чеканы монеты. Опец как фризит, просто обоссать лицо как фризит. Чувак, вы меня троллите, мне кажется, егерь. Гомосек. Солид, зачем усы сбрил, дурик? Да никто их не сбривал, это фотошоп был. Это очень интимная тема. Хочу отращу усы, хочу нет. Они мне не растут, сука, я чё при чём? Я чё, силой мысли их буду расти? Типа давайте высирайтесь оттуда из носа. Ты не то повернул, я на заправку еду, черт возьми, на заправку еду. Я же сказал, что главное поворот не пропустить. Вот это, вот она заправка, понимаете? Вот она заправка, это ссаная, зеленая. И там, по-моему, поспать еще можно. Мне еще поспать надо. Посмотрите, у меня все красное, блин. Вы меня учите тут и как играть в игру, и, блин, сами бомбить, что я не туда поехал. Че вы мне путаете нахер? Не путайте меня никогда вообще. Все. А, вот оно, это место. Вот оно. Блин. Блин, нахер, короче, сюда. За это штраф не дают, тем более тут зеленый. Что-то там крутится с этой фурой, с обоссанной, блин. Ну, если стримлю, то значит нормально. Толстожопый. Есть такое, да. А ты что, заглядываешься на мою попку? Чувак.
Чувак, ты не такой, как все. Чем унылые? Ну ты конкретика есть какая-то? Вот стрим твой говно, они унылые, ты сам говно. Может быть, мой хлебальник тебе не нравится? Я тебе не должен нравиться, чувак. Во-первых, мы с тобой два мужика, во-вторых, блин, ты на мне не женишься, я на тебе не женюсь. Я такой, какой и есть, зачем мне меняться? Я меняюсь в лучшую сторону относительно вот близких людей. Я пытаюсь похудеть вообще. Че ты меня задел за живое, блин? Сука. Во. Давайте попробуем, а? Я просто... Сейчас пиздец будет. Так, в какую сторону тут колеса поворачивать? Солид научит вас, как ставить фуру. Вот в эту сторону давай. В смысле? Ну что за дерьмище? Ну... Прокладка между рулем и сиденьем. Во-первых, идет все тихо. Вот она. Это песня. Это оно. То было не в Техасе, по нашей русской трассе, и карус шел полнёхонький домой. Водитель был бывалый, все в жизни повидал он, любил дорогу, да и карус свой. Катился день к закату, стоял Жигуль, ребята руками машут, просят подсобить. На трассе все бывает, и кто не помогает, того не сможет трасса полюбить. Но что это, ребята топырят автоматы и холодно глядят из-под очков. И ловкими руками с бабьем и стариками справляются по части кошельков. Смотрите, как плавно идет вот этот автомобиль. Запросто 118, 120 сейчас будет, да? И он плавно идет. Он... А наш КамАЗ... Из последних сил там что-то... Ничего, вы врете, вы меня обманываете всегда. Не надо мне врать, пожалуйста. Пожалуйста, не надо. Ай, сука! Вот так вот блондинки врезаются, блин, 5% просто. Мама, меня фура убила. Ай, помните эту херню? Да я тебя не пущу. Я тебя не пущу, сука. Я тебя не пущу. Давай. 1000 километров. Нихера себе. Блин, да у меня мотор сдохнет за это время. Да у меня машина вся развалится. Весь этот КамАЗ, короче, на составляющую развалится. Он 1000 километров здесь не проедет в игре. Вы что, у меня бензин кончится, я спать слягу. Мне таблетки нужны будут пить там. Меня инфаркт ёбнет. Привет, Вить, как дела? Да потихоньку. А, он не работает. А 20 рублей. А драники уже были? Вы достали, вы просто... Вы откровенно вот всех уже этими драниками вот просто заебли, блин. Хорош с этими драниками, мы их на Новый год ели, просто все. Солид, привет, я обкакался. Ну, чувак, это не серьезно. Ну, это правда не серьезный разговор. Не забудь остановиться при дорожном кафе и заказать драников со сметаной. Вы задолбали с этими драниками, блядь, я охуеваю от вас. Вы что, издеваетесь надо мной, фашист? Ну, да... Те жигули, которые ты встретил, драники, кстати, везли. Сука, вы заколебали. Я не могу. Я сейчас 500 километров доезжаю, и все. Солид, у тебя яички какие? О, господи. Волосатый, ёпта. Рассказать вам анекдот, как козла ебал и Федот, а потом наоборот. Ведьмаку заплатите чеканной монетой. Я борщ шашлык тоже не то. Мы остановились на... Тихо. Блять. Сука. Твою мать! Вот мне надо повернуть направо, это меня так пропускает, сучок. Смысленно? Я никуда не проезжал, что ты мне гонишь, ты проезд на красный свет. Да пошли вы в жопу нахрен, я проеду. Солиду заплатите куриной котлетой. Солиду заплатите, зачтется все это. Там добавляется еще что-то. В смысле ты устал? Тебе ехать час, потом поспишь в аду. Сука, зевает тут, сидит. Вот она.
встреча долбоёбов на Эльбе. Ну, я про Евротрак. И вот сейчас подумайте, не забчу. Сейчас что вырезают из контекста. Как ты относишься к Хованскому, если у тебя неприязнь к нему? Он у меня в друзьях. Я скажу так, я к нему отношусь положительно. Потому что Хованский, по сути, это... Ну, вот только у меня такая ассоциация. Это очень субъективно. Хованский, извиняй. Думаю, что это Жириновский Ютуба. Примерно так. Понимаешь? Мое любимое это в Евротрак симулятор наблюдать, как скапливаются машины. Я не знаю, почему я какое-то удовольствие от этого получаю. Естественно, шашлык. Шашлык. Ну, давайте по-серьезному. Нет, я могу, конечно, переключиться на галее этой. На галее этой. А-а-а! Сука. Вот так, ребят, вот примерно такой был стрим. Не знаю, хорошо-плохо, напишите в комментариях какие-то. Чуваки, я вообще заканчивал стрим. Извините. Кошку покажи, сейчас. О. Она не хочет, она стесняется. Все, ребят, давайте на этом завершим, наверное, наш стрим. Всем огромное спасибо, всем удачи, всем пока, не забывайте про лайки. И пишите, если надо еще постримить эту игру. Покеда. Закрытый Питер, Магадан, а на экран слетелась стая с разных стран. Я справлюсь сам, а по спине холодный пот. Всем не понять, что даже черт готов отдать 2000 баксов за сигарету. И даже полжизни не жалко за это. Чуть-чуть покурить и до рассвета будем летать, чтобы снова отдать 2000 баксов за сигарету. И даже полжизни не жалко за это. Чуть-чуть покурить и до рассвета будем летать, чтобы снова отдать 2000 баксов. Мой старый друг, его со мной нет много лет, но память вдруг ударом в бок напомнит, как он мог летать. Как-то смотрел на монитор, любил мечтать и на спор мог легко отдать 2000 баксов за сигарету. И даже полжизни не жалко за это. Чуть-чуть покурить и до рассвета будем летать, чтобы снова отдать 2000 баксов за сигарету. И даже полжизни не жалко за это. Чуть-чуть покурить и до рассвета будем летать, чтобы снова отдать 2000 баксов. 2000 метров, 200 минут, еще до рассвета 20 секунд, чтобы решить. 20 секунд, чтобы решить. Когда скромняга Барт отдыхал от дел с Геральдом из Риви, он песню эту пел. Конечно, ниже надо. Когда скромняга Барт отдыхал от дел с Геральдом из Риви, он песню эту пел. Сразился белый волк с велиречивым чертом, эльфов покромсал несчетные когорты. Сзади подползли, хоть это стыд и срам, сломали мне лютню, дали по зубам. Целился тот черт мне рогом прямо в глаз, и тут ведьма крикнул: вот твой смертный час.
Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой, воу-воу. Ведьмаку заплатите, зачтется все это вам. Он хоть на край земли отправиться готов, сразить всех чудовищ, убить всех врагов. Он эльфов всех прогнал за дальний перевал, высокие горы на вечный привал. Он бьет не в бровь, а в глаз, был ранен много раз. Он людям товарищ, всегда он за нас. К чему эта вражда, никак я не пойму. Он нас защищает, так налетишь ему. Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой, оу-оу. Ведьмаку заплатите, зачтется все это. Лучше, блин, я стараюсь просто не шуметь. Как бы ноту-то запросто можно взять, просто я стараюсь потише. А потише не всегда получается это взять правильно и так далее. Штиль, ветер молчит, упал белой чайкой на дно. Штиль, наш корабль забыт, один в мире скованным сном. Между всех времен, без имен и лиц, мы уже не ждем, что проснется бриз. Штиль, сходим с ума, жара пахнет черной смолой. Смерть одного лишь нужна, и мы вернемся домой. Его плоть и кровь вновь насытят нас, а за смерть ему, может, Бог воздаст. Где Бог? Что нас ждет? Море хранит молчание, жажда жить сушит сердца до дна. Только жизнь здесь ничего не стоит, жизнь других, но не твоя. Как могу.
парадный вход я свой покрашу в черный цвет. Других цветов как будто не было и нет. Я был бы рад смотреть на платья юных дев, но чернота опять слепит белый свет. Потоки черные машин летят в окне. Завяло все, любовь, вернешься ли ко мне? И вы меня отвлекли опять. И что такое, бля? Так, ладно, ребят.